Так, удаление у ЦСКА. А здесь Семенов с Корнауховым. Ну, там, правда, обнимашки. Или драка все-таки будет. Ну, вот мне кажется, кстати, Семенов-то напрасно туда влез. Почему? Потому что... А, ну, если только там обоюдное, конечно, будет. Ну, надо сказать, что Корнаухов очень жестко сегодня играет. И он жестко против Хартиканина играл. Судя по всему, Алексея его разбили там. Я так думаю, что это может быть 5 и до конца. А вот интересная история. Если 5 и до конца, и за драку по пятерке, это значит 10 минут в меньшинстве?